Всем добрый, прекрасный день, дорогие друзья. Так, кто у меня тут такой замечательный? И это наша девчоночка Плюша, которая предлагается и ищет самую ответственную, самую прекрасную семью. Девчоночка окраса шоколад, шоколадный носик, карие глазки. Вот такая маленькая, аккуратненькая девчоночка. Вот такая шубка у нас замечательная. Красивая девчоночка, полностью привита, имеет документы, клеймо и готова переезжать в новую семью. Малышка Плюша по характеру девчоночка очень активная, любознательная, общительная, коммуникабельная, со всеми дружит. С первого взгляда прямо она такая раз и вошла в коллектив. Прекрасная девочка, вот такая красавица, ждет свою самую-самую любящую и ответственную семью. Красотулька, прям вот энергия, жизнь прям прет у нее. Вот такая сладкая девчонка. Стоит отпустить — и заведется, и побежит. Хорошая девочка, такая семейная, прекрасный характер. Мне она очень нравится. Не драчунка, но девчоночка познает мир, как все детки, да, вот такая сладкая, такая прям плюшевая. Почему я ее назвала Плюшей? Потому что она прям плюшевая, прям такая она вся вот очень хорошо одета, очень такая прям будет богатая собачка. Такая красивая девочка Плюша. Кого девочка заинтересовала, пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения. Доставочка есть в любую точку мира. Вот такая замечательная собачка будет у вас. Вот такая. Сладкая-сладкая девочка. Да, вроде бы скромная, но нет. Девчонка очень активна. Все ей интересненько. Да, вот так можно с ней проводить время. Ну, опустите на пол, и она побежала, да. А будете гладить, и я, скажи, кайфую. Такая приятная девочка, очень уютная. Такая сладкая девочка. Очень она мне нравится по темпераменту. Прекрасная девчонка. Хорошая у нее такая шубка, еще наполняется. Это еще линьки у нас не было, поэтому классная девчонка. Кто мечтал о таком пушистом счастье и курносом счастье, пожалуйста, обращайтесь. Суперская девчонка. И суперский мальчик Оскар. Да? Ну и сладкий. Такой сладкий ребенок.